Как известно, учитель – это не только тот, кто передает знания другим, но и тот, кто постоянно учится сам, чтобы идти в ногу со временем и своими учениками. Управление образования городского округа Красногорск регулярно организует и проводит для работников сферы образования практические семинары, направленные на повышение квалификации. Очередное мероприятие состоялось на базе 5-й гимназии для представителей одной из самых молодых профессий в сфере образования. Социальный педагог – это должность, которая появилась в стране где-то в 2000-е годы. То есть она это совсем молодая профессия. Но она так прижилась в школе, что уже даже школы не представляют себя без социального педагога, который работает с трудными детьми, который вникает в их жизнь. Социальный педагог, он должен любить всех детей, потому что он им отдает свою душу. То есть он работает именно с трудными, с теми, от которых многие отказались, которые мешают школе, которые мешают семье. А он им помогает определиться в жизни. Главная тема семинара – работа с детьми с поведенческими отклонениями и их семьями. На встрече присутствовали все, кто призван помогать. Это не только педагоги всех 32 образовательных учреждений и специализированного центра «Созвездие», но и сотрудники правоохранительных органов, врачи, школьные психологи и представители семейного центра помощи семье и детям. Жизнь стоит на месте, все меняется, меняются законы, поэтому какие-то ключевые моменты, которые были внесены, поправки, мы принимаем к сведению и стараемся вовремя это все отрабатывать. Я как вот представитель начальной школы могу сказать, что начиная уже с первого класса деток видно по поведению, по их развитию, по тому, как они обучаются, видно их родители. Поэтому, собственно, если начинать работать на низших ступенях, то дальше это уже будет серьезные и правонарушения, и уходы из дома, все что угодно. Поэтому мы работаем на профилактику, действительно, с первых ступеней. Дети трудными не бывают, просто попадают в сложные ситуации. Рядом всегда должен оказаться добрый, мудрый и опытный человек. Вот этим самым опытом и делились участники семинара, а еще статистикой и динамикой. Но за сухими цифрами и официальным текстом инструкции стоят люди, искренне любящие детей, с добрым сердцем и открытой душой. Необходимо уделять пристальное внимание и семьям, помогать, принимать живое участие в их жизни, вовлекать детей в общественную жизнь, развивать в них творческие и спортивные способности. У нас много кружков и секций. Необходимо начинать работу с самого раннего возраста и искать каждому индивидуальный подход, чтобы помочь как можно большему числу сложных детей и подростков найти себя, сойти с кривой дорожки и выбрать здоровый, успешный жизненный путь.